Югорских медиков, которые контактируют с больными коронавирусом, раз в неделю будут тестировать на инфекцию. Об этом во время прямого эфира рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Он ответил на вопросы жителей региона о коронавирусе. В частности, чиновник рассказал, что Югра ожидает поступления большого числа тестов на COVID-19. Они позволят выполнять тысячи исследований, но в основном тем, кому показано в первую очередь. Это пожилые люди старше 65 лет и люди с пневмонией. Кроме того, директор департамента поделился информацией о возрасте югорчан, заболевших коронавирусом. Это и 30, и 35, и 40 лет, но тяжело болеют пациенты старшей возрастной группы. Те, кто старше 50, старше 60 лет. Поэтому коронавирус, он не выбирает молодых, взрослых или пожилых. Болеют все, но тяжело болеют, еще раз, те, у кого есть сопутствующие заболевания, это пациенты старшей возрастной группы.